Модератор, в Таджикистане, как было отмечено, обеспечиваются права всех национальных меньшинств, языковых групп и конфессий. В законодательстве предусмотрены все гарантии их прав в соответствии с международными стандартами. Государство создает все условия для их развития. За нарушение прав граждан по признакам расы, национального и этнического происхождения предусмотрена уголовная ответственность. Что касается уровня представленности представителей Горно-Бадахшанской автономной области, то в Конституции и других законодательных актах страны предусмотрены такие гарантии, в том числе об обязательности их представленности в парламенте, высших судебных органах и других государственных органах. При Академии наук Республики Таджикистан функционирует Институт исследования гуманитарных наук, в рамках которого изучаются все диалекты и языки местностей. Существуют различные программы по защите культурного наследия, письменности и локальных традиций. Систематически выделяется время для различных передач в СМИ по этим вопросам. В заключение хотелось бы отметить, что понятно, что во всех обществах меньшинства являются уязвимыми слоями населения, и этим пытаются воспользоваться различные заинтересованные радикальные группировки, в том числе террористические и экстремистские организации. Желаем продолжить совместные усилия государств по недопущению таким негативным тенденциям. Спасибо за внимание.